Какой у меня сегодня завтрак? Смотрите, ягодки, они замороженные. В Лидле купила йогурт Грего и сок апельсиновый. Тут такие соки вкусные, они такие натуральные, прямо как будто свежевыжатые. Такая вкуснятина. Видео будет у меня «Весенние цветы». Леруа де Маре в марте. Какой сочный цвет. Вообще супер такой цвет. Но он еще не распустилась до конца, потом покажу. Теперь тут, смотрите, какая красота. Скоро еще хризантемы будут. А это у меня, смотрите, вот забыл, как называется цветок. В общем, обычно он не отцветает, ну вся, и погибает. А этот вот дал столько деток. Смотрите, сколько там деток. Напишите мне, я смогу из них потом луковицы вырастить. У меня такой первый раз, чтобы вот как бы луковицы. Как же он называется-то? Сейчас пойду почитаю. Так, это у меня гиацинт. Вот, это гиацинт. И вот смотрите, сколько он дал ростков. Вот, у меня такого никогда раньше не было. Прям вот этот вот отдельно. Обычно у меня как бы луковицы высыхали. Некоторые, это вот, они третий год у меня получается. То есть они вот сейчас уже третий год цвели. Смотрите, на третий год, видимо, они дают, видимо, как почки другие. Может, потом я их рассажу. Надо в интернете посмотреть, пока Муся не съест. Да. Как хорошо, да. Хотя травы полно у них. Я им каждый день свежую травку приношу. Ну нет, зачем травку есть? Надо же у мамы цветы сожрать. Так. Еще у меня вон лук растет, видите? Лук. Да, я не знаю, так посадила. Он и так и хорошо так растет, без воды, без всякой. И самое, что я хочу вам показать. Вот, вот это, конечно, мало очень цветет в этом году. Что-то она у меня, не знаю почему. В этом году очень плохо цветет. Обычно тут такая шапка была вот из таких. Она, видите, вот это у меня розовые, видите, они розовые. А это у меня белые. Или тоже розовые? Нет, это белые. Ну, там, в общем, внутри как розовая такая головка. А здесь она как бы ярче выраженнее. Ничем не пахнет. Вот я что вам хочу показать. Какая красота. Как бы телефон не уронить. Смотрите, какая красота. На память себе хоть запечатлю. Вот так. Как красиво. Почему-то в этом году так рано цвести она начала вообще. Обычно, ну и тут вот тоже, ну это к этому уж вы привыкли. Это вот круглый год цветет. Вот только я успеваю вот эти убирать. И она по новой снова цветет. Это вот такая Испания. Я ничего такого особенного не делаю. Единственное, что я удобряю, да. У меня есть удобрение, я, конечно, удобряю. Удобряю, и вот по осени я так хорошо это все тут обрезала, а оно вот за зиму опять все наросло. Вот. Вот такая красота. Супер. Видите, и так еще, главное, много, еще их много. А снизу, когда смотришь, оно как это, как такой, как поляна такая классная. Ну, это вот сейчас самый крутой, вот сейчас самое крутое время. Надо будет Лешу просить, чтобы он меня где-то вот повез
где вот сады, где черешня. Так черешня, люди, красиво цветет. Эти магнолии начали цвести. Вот это миндаль тоже хорошо цветет. Ну, я не знаю, конечно. Миндаль тоже очень красиво цветет, но я не знаю, есть ли тут миндаль. Не знаю. Ну вот черешня, она такое прям розовое облако. Ехали мы, видели очень, ой, чайник вскипел. Ехали, видели мы целое это фруктовые деревья, там груши вот. Ой, надо сходить выключить.